Они для Иисуса, эти прекрасные аплодисменты. У нас будет благословенное служение, и Бог продолжает нас вести, согласно Его Слову, в небесный Ханаан. Смотрите, что написано в Псалме 18, который был написан царем Давидом, в стихах 20 и 21. Здесь говорится нечто очень важное. И это послание мне и вам. В Псалме 18, 21 он говорит: «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». О чем Давид говорит здесь? Он здесь себя славит, так как говорит, что был вознагражден Богом согласно его правде. Не то, чтобы в нем была какая-то особая правда. Но когда мы принимаем то, что Бог дает нам в Слове, это становится нашим. Бог дал это нам. И это наши действия справедливости. Так что это наша правда. Всегда, когда вы хотите угодить Богу, действуйте согласно тому, что сказано в Слове. Если оно что-то запрещает, это запрещено. Разрешает – разрешено. Если оно вам что-то обещает, Бог, я использую все свои силы, свои возможности, свою настойчивость, я прошу, помоги мне в этом, чтобы я мог принять то, о чем Господь говорит мне. Тогда вы будете действовать по правде, по вашей правде, и Бог тогда вам за это воздаст. По чистоте рук моих, именно так он сделал, что вознаградил меня. Доктор Суарес, это невозможно. Каким бы праведным ни был человек, его праведность, его действие, как запачканная одежда. И когда мы действуем исключительно по Слову Бога, тогда наши руки будут чисты. Мы не должны поступать, как мы считаем нужным. Вам не нужно ругать демона. Демон только над вами посмеется. Вы себя пачкаете. Этот бессовестный, раз такой, никогда так не делайте. Нужно обличить и послать его прочь во имя Иисуса. И все. Используйте лишь то, что вам дает Бог. Но я его просто ненавижу. Немедленно прекратите это. Вы должны смотреть Слово Бога и действовать, как велит Бог. Не отклоняйтесь от пути. Не сворачивайте ни вправо, ни влево, как Бог сказал Иисусу Навину. Оставайтесь в Его Слове. Когда вы действуете согласно Слову, вы действуете с чистыми руками. То есть только то, что дано Богом, а не то, что вы считаете, то, что кто-то сказал. Никому не подражайте. Есть люди, которые ничего не понимают, и они изобретают такое, чего никогда не следовало изобретать. Вы сделали это, смотрите, «воздал мне Господь по правде моей». «По чистоте рук моих вознаградил меня». И почему он так сделал? Теперь следует объяснение. «Ибо я хранил пути Господни». Каждое откровение, которое он дает в Слове, это его путь, который он вам открывает. Храните, исполняйте. Если Бог запретил, значит, запрещено, друзья. Не играйте с огнем. Бог разрешил, значит, разрешено. Не пытайтесь опровергнуть Господа. Итак, если вы ходите по путям Бога, вы сможете делать правду и иметь чистые руки. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. В этом нет ничего болезненного. Вы можете даже оступиться, но не желая выйти из присутствия Бога. Просите прощения и возвращайтесь. Но тот человек, который грешит ради удовольствия, чтобы поиграть с Господом Богом, он просто безумец. Он становится нечестивым. Возвращение еще возможно, но оно будет очень трудным. Лучше, чтобы вы никогда не отступали от Слова. Это так хорошо, так приятно, так легко шагать с Богом. Вы можете смотреть в глаза всем людям, не опуская глаз. Вы можете сказать: «Отец, во имя Иисуса я иду к Тебе». Возможно, в час печали, неприятности, скорби. И Бог вас услышит, ответит вам. Вы можете повернуться к демону. «Во имя Господа Иисуса я Тебя обличаю, приказываю Тебе, уходи, и тварь уйдет». И вы тогда будете жить победоносно, так как Бог хочет, чтобы я жил, чтобы вы жили. Когда мы так поступаем, мы храним пути Господа и не становимся нечестивыми пред лицом нашего Бога, и мы тогда будем творить нашу правду.
пути, которые Бог открывает мне, Его пути, чтобы я шагал по ним, становятся моими путями. И когда я следую по ним, это моя правда, мое движение, а Бог мне воздаст, Бог меня вознаградит. Когда я действую в чистоте рук моих, то есть я не следую домыслам кого бы то ни было или своим, я делаю то, что мне открылось в откровении. Я всегда говорю следующее. Когда идете в церковь, не принимайте всего, что я говорю. Не говорите потом, так сказал Суарес. Это неправильно. Кто я такой? Вы должны принять, слушая то, что вы поняли, что Бог говорит вашему сердцу. Это то, что Бог предназначил вам. Никто не должен спрашивать, что же мне делать, доктор Суарес? Доктор Суарес проповедует нам слово. А вы помолитесь за меня так, Бог, Он должен быть освящен. Он просит откровений для воскресных и других служений. Дай Ему то послание, которое напитает меня и моих братьев. И когда во время проповеди Бог откроет ваше понимание, спасибо, Господь, у вас никогда больше не будет сомнений, если вы научены Богом. Ведь Бог совершенен. Научил, брат мой, вы можете быть полностью одурманены лукавым. Вы вот-вот сорветесь в пропасть, услышали слово, почувствовали, что ж, Бог, я возвращаюсь, это путь к смерти. Я не хочу идти по этому пути. Когда вы действуете согласно тому, что Бог говорит вам, храните пути, следуйте заповедям Господа, вы применяете свою правду и действуете с чистыми руками. И наверняка Бог вас вознаградит. Он вам воздаст, и вы победите во имя Иисуса. Аминь. Теперь откроем Библию на Колоссянам, глава 1. Это тема нашего последнего изучения. Мы начали на предыдущем служении, когда Бог вывел сынов Израиля из Египта и привел их в Ханаан. Это символ нашего освобождения. А здесь, в Колоссянам, сказано так. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего». Все это уже было сделано. С духовной точки зрения человечество уже имеет возможности принять сейчас единственное решение. Я принимаю, я хочу. И верить, оно выйдет из-под власти дьявола и перейдет в царство Иисуса. Однако на том пути, по которому Он сейчас ведет нас, есть очень многое, чему нам нужно научиться. И каждый день мы чему-то учимся. Перейдем сейчас к Псалму 139, стих 24. Псалом 139, стих 24. Это один из знаменитых псалмов Давида. Давид переживал прекрасные моменты с Богом, и он обращался к людям, которые говорили нечестиво против Господа. Это в стихе 20. «Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». В стихе 23 он обращается с просьбой: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». И он завершает в 24-м, это я хочу обсудить с вами: «И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Когда Давид молился таким образом, он почувствовал, он стал ощущать себя в присутствии Бога. Когда вы ощущаете себя в присутствии Бога, просите у Бога испытать вас, взглянуть на вас и узнать, не на опасном ли вы пути, так как может случиться, что вы не заметили, но уже подошли очень близко, вы уже готовы ступить на этот путь. Он уже в вас, и это будет вашим проклятием. Но я же от Бога, Давид был от Бога. Но он ощутил эту потребность и почувствовал ее, представляя все человечество. Мы тоже можем периодически, если бы этого не было, было бы хорошо, но это есть, подойти так близко к опасному пути,
что в считанные доли секунды мы на него ступим, поскользнемся, а затем будем только страдать. И хуже всего, что мы не слушаем. Когда опасный путь уже близок, мы оставляем в сердце только радость и забываем об основной заповеди Иисуса – бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. А мы продолжаем предаваться радости, а враг приближается все ближе и ближе, а мы и знать не желаем ничего о Боге. Мы даже боимся существования этого пути. Мы не должны бояться. Если он появится, просто скажите: «Бог, он проник самым подлым образом, проник так, что я и не заметил, и он близок, даже уже оказывает на меня влияние». Итак, когда Давид почувствовал это, он крикнул: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри». Присмотрись, изучи, а Бог совершенен в том, что делает. Не на опасном ли я пути? Бог, возможно, я даже не замечал, даже принимал его за Твой. За те годы, что я проповедую Евангелие, я уже давал советы многим людям. И иногда вижу, что человек решил, он не хочет слушать, а потом за это жестоко расплачивается. И я сегодня для вас являюсь пророком Бога. Наша самоуверенность мешает нам испытать себя, но не мешает Богу. Итак, Бог, я дам Тебе возможность для моего собственного блага, чтобы Господь меня испытал. Если есть Господь, убери это из моей жизни. Вырви, сожги огнем, дай мне неприятие, отвращение к этому. Ведь если я это приму, то завтра наступит мое падение. Но, доктор Суарес, у меня все так хорошо. Это может быть только от Бога. Бог никогда не заблуждается. Если что-то плохо, это от демона. Но в моем случае, ваш случай такой же, как у всех других. Мы все абсолютно равны. И не думайте сходить с пути, намеченного Богом. Смотри, Бог, он говорит здесь, и зри, не на опасном ли я пути. В том случае, если это так, Бог заберет. И другая просьба, и направь меня на путь вечный. Слово Бога никогда не изменится. Оно было создано, чтобы помочь нам вернуться к Господу. Обетования имеют точный адрес всем нам. Всякое заявление Бога адресовано нам, оно для нас. И когда мы принимаем, мы оказываемся лишь в шаге от великого благословения. И чего мы должны просить? Зри, не на опасном ли я пути, и забери, я не хочу. И в то же время направь меня на путь вечный, который никогда не изменится, никогда не претерпит изменений. По вечному пути должен был идти Авраам, должен был идти Давид, по нему шел Иисус, шли апостолы, должен идти я. И если человечество проживет еще 1000, 10 000 лет на земле, оно должно будет идти по этому вечному пути. Нет вариантов. Если хотите ходить с Богом, должно быть таким образом. Когда мы поступим так, тогда Бог, который нас избавил от теней, от царства, от империи зла, как израильтяне были выведены из Египта, который ведет нас, он приведет нас в небесный Ханаан. Израильтяне могли прийти туда в считанные дни, но они проявили непокорность и скитались 40 лет. Очень многим нет смысла идти, так как их не направляют по пути вечному. Они ступили на опасные пути, которые заставляют нас оступаться, поэтому мы ушибаемся. Псалмопевец сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал». Бог допускает страдания, чтобы мы проснулись. Бог позволяет оступаться, а оступившись, порой поранится. Иногда рана очень серьезная, но все это ради нашего блага. Так как мы грешим, мы заблуждаемся, мы можем быть прокляты. И по своей великой любви Бог зовет нас: «Брат мой, не позволяйте никому ничего говорить вам, кроме того, что говорит Слово Бога. Даже если совет будет хорош, поймите, что Бог говорит этими словами, между строчками, в том послании, что вам передали, в том послании, что вы услышали, когда проповедник был помазан
и вы внимали всему. Но о чем Бог говорил со мной? А, об этом. В этом есть голос Бога, тогда идите. И когда ощутите, не забудьте так помолиться. Испытай меня, Боже. Он единственный, кто может проникнуть вам в душу, в ваш дух, в самые-самые затаенные и скрытые уголки. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. И пока Господь полностью не узнал мое сердце, продолжай испытывать меня. Испытай меня и узнай помышления мои. Бог позволяет, чтобы пришли определенные предложения, и Он увидит, что вы при этом подумаете. А затем Бог, даже если все хорошо, не останавливайся. И зри, не на опасном ли я пути. Бог должен увидеть это. Если увидишь, убери. И в то же время и направь меня на путь вечный. Вот тогда вы будете человеком по сердцу Господу Богу. Позвольте мне помолиться. Отец, большое спасибо за это слово, за наставление, за послание, которое Господь вложил в наше сердце. Отец, во имя Иисуса, благослови. Бог сейчас вас посещает. Помолитесь, как Давид. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути. Убери его, Господь, вырви его из меня. И направь меня на путь вечный. Другими словами, я войду в Ханаан. Я вступлю в царство славы. Я не попаду в мир проклятия. О, мой Бог, спасибо. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, я верю в то, что эта программа несет что-то особенное. Не трудное слово, но могущественное. Это делает Евангелие. Позвольте представиться, я Давид Суарес. Я работаю в команде доктора Суареса. И вместе со многими другими людьми во всем мире мы видим, как свет Бога сияет в жизнях людей. И этот свет может сиять в вас. Неважно, если вы христианин, мусульманин, буддист, приверженец другой религии, или у вас нет религии. Я не говорю об этом. Я говорю сейчас о встрече с Создателем. Встрече с Господом. С тем, кто создал небо и землю. И когда вы встречаетесь с Ним, вы чувствуете, что соединены с Ним, вы понимаете, «Теперь я знаю мое призвание». Вы знаете, почему вы живете в этом мире? Почему Бог поместил вас на землю? Бог хочет через любовь изменить вашу жизнь, изменить вашу семью, изменить вас полностью. И это начинается, когда мы открываем наше сердце, занимаем свою позицию и решаем, «Я проживу свою жизнь согласно Слову Бога». Господь может сделать для вас очень многое, и я бы хотел приготовить ваше сердце, чтобы чуть позже, когда мы будем молиться с верой, мы объединимся с вами и будем призывать силу Бога. Иисус Христос сказал следующее, что все верующие в Него будут творить те же чудеса. И мы верим, что чудеса Бога повторятся сегодня в вашей жизни, благословляя вашу жизнь и вашу семью. Также мы бы хотели призвать всех, у кого есть молитвенные нужды или какие-либо сомнения, и вы хотите поговорить с нами, пообщаться, открыть свое сердце. Мы в вашем распоряжении во имя Иисуса. Вот это наш номер телефона, а также наш email. Пожалуйста, звоните нам, пишите нам. Мы постараемся вам помочь. В общем, мы к вашим услугам. Во имя Иисуса. Хорошо? Бог, начавший в вас доброе дело, Он верен и закончит это дело до конца в вашей жизни. И поэтому мы призываем вас, чтобы вы твердо стояли, позволили Богу войти в свое сердце во имя Господа Иисуса. Давайте сейчас готовиться к молитве веры. Просто объединитесь с Богом, послушайте свидетельство, то, что люди будут говорить, и верьте. Если это случилось в жизни ближнего, случится и в вашей. Бог хочет сделать это для вас, и Бог может это сделать. И именно это, я знаю, Он сделает в вашей жизни во имя Иисуса. Хорошо? Давайте вернемся к шоу веры. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса. Переходим
к истории из реальной жизни. Моя жизнь до Христа была очень печальной, потому что я жила в неблагополучном браке, отношения были ужасными. Это было ужасно. У него были другие женщины. В семье были плохие отношения, потому что у него была любовница. Он много пил, практически каждый день. Жизнь Марии Адрианы начинает изменяться, когда она принимает Иисуса Христа через программу «Шоу Веры» и начинает ходить в Церковь Благодати. Я узнала об Иисусе по телевизору. Я проснулась рано утром, и доктор Суарес проповедовал. Слова, которые он говорил, коснулись моего сердца. В тот момент мне казалось, что он находился у меня дома, и я начала узнавать и понимать слово Бога. И я вступила на путь Божий. Я почувствовала в ней изменения. И с того дня она всегда ходила в церковь. Моему отцу это очень не нравилось. Он постоянно ругался, но она твердо стояла в вере. Я начала говорить ему об Иисусе, и он начал ходить со мной в церковь. Познакомился со Словом, принял Иисуса и покрестился, но не жил по Слову Божьему. Она всегда твердо стояла в вере в Иисуса Христа. Иногда я просыпалась рано и видела, как моя мама молилась. Когда я начала встречаться с парнем, отец избил меня, и мне парализовала часть рта. И я пообещала ей, что это случилось в последний раз в нашем доме. И это было последней каплей для мамы. Она сделала все возможное, привела его в церковь, он покаялся, покрестился в воде, но не изменился. Слово Божье позволяет развод только в случае измены. Так как это произошло после долгих страданий, Мария Адриана решает оставить мужа, у которого была другая семья. Моя дочь уже была служителем, и мой зять тоже, только я еще нет. Мы много с ней говорили об этом, и после этого она стала служителем, стала работать с детьми, и сегодня это стало ее жизнью. Бог также изменяет профессиональную жизнь Адрианы. Я уже работала в сфере массажа, но принимала только дома. И после того, как я приняла Иисуса, после того, как я стала спонсировать и открыла свой салон красоты, я закончила несколько курсов. После того, как я начала спонсировать, моя жизнь действительно изменилась. Я поменяла оборудование. Я работаю только с лучшей косметикой. Бог дал мне возможности. У меня много лояльных клиентов. И с каждым днем все лучше и лучше. Слава Богу! И сегодня она очень, очень счастливый человек. Кроме всех благословений, Господь Бог также дал ей новые личные отношения с мужчиной. В марте исполнился год, как мы встречаемся перед Господом Богом. Все по слову. И 25 мая мы планируем пожениться. Во славу и честь нашего Господа Иисуса. Все в руках Господа. Я верю, что это будет чудесное благословение во имя Иисуса. Бог восстановил финансовую ситуацию, Бог восстановил семью, Он восстановил личную жизнь. Сегодня я новое создание, обновленное и воссозданное Богом. Я счастлива. Здесь, в церкви, все называют нас пара любви. Это так прекрасно. Слава Богу! Спасибо, Иисус! Вам не нужно бояться действовать согласно Слову Господа Иисуса. Страх – это от дьявола. Когда вы направляемы Богом, Библия открыта. Вы пребываете в Слове, можете принимать решения, как Бог в подобной ситуации. Переходим к первому вопросу. Кого называют религиозным человеком? Это такой человек, которому нравится приходить в церковь. Здесь есть много таких. И я некоторый период своей жизни тоже был таким. Но они не обращают внимания на слово. Они хотят делать так же, как все остальные. И порой поступают неправильно. И говорят: «Бог, Господь знает, что я тебя люблю. Иисус сказал, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Давайте откроем сердце. Доктор Суарес, 3 месяца назад я слушался Слова Божьего и теперь страдаю от ужасных последствий своего необдуманного поступка.
Я обвинил свою сожительницу в том, что она украла две мои дорогие вещи, и даже не хотел выслушать ее объяснение, и настойчиво продолжал ее игнорировать. Но я нашел то, что потерял, и сразу же пошел просить прощения за все, что сказал и сделал. Я хотел примириться с ней, но она не приняла моих извинений. Она обижена на меня, и поэтому мы больше не общаемся. Доктор Суарес, я знаю, что поступил неправильно, необдуманно, но я хочу исправиться. Пожалуйста, скажите, что мне делать? Во-первых, вам нужно очиститься перед Господом Богом. Ситуация с подругой – это сожительство, то, что Библия называет второй смертью. Вы совершаете грех прелюбодеяния. А уладить с ней – дело очень простое. Трудно уладить с Богом. Бог, я остановлюсь. Но она женщина моей жизни. Тогда отправьте ее в родительский дом, подготовьте нужные бумаги, а потом поженитесь и будьте счастливы. В нынешней ситуации вы никогда не будете благословлены. Однако в Библии сказано, что проще захватить укрепленный город, что очень непросто. Помните, что в прошлом у них не было нашего вооружения, чем успокоить озлобившегося брата. Но вы сможете. Это обида. Она была расстроена, так как вы были очень суровы, обвинили раньше, чем убедились, не помолились Богу. Вам необходимо обратиться к Слову Бога. Позвольте мне помолиться за тех, кто дома. Отец, я молюсь за всех, кто сейчас дома. Я пришел благословить их Твоим именем. Я пришел, мой Бог, обнять этих людей и провозгласить благословение. И Бог, то, что они сегодня услышали, должно произойти в их жизни. И я сейчас благословляю их, а также тех людей, которые сейчас здесь. Во имя Иисуса, каждый человек, который верит в то, что говорит Бог, это молитва за такого человека. Я связываю все деяния нечистого и говорю: вон, оставь эту жизнь и больше не возвращайся. Во имя Иисуса Христа.